Лекции, мастер-классы, обсуждение сложных медицинских вопросов и обмен опытом. Именно для этого на 2 дня в Рязанской областной клинической больнице собрались ведущие медики со всей страны, а также гости из Великобритании. Так как медицина – отрасль прикладная, то конференция носит по большей части практический характер. Знания, которые могут почерпнуть здесь специалисты, бесценны. Центральным мероприятием конференции стали прямые включения из операционных. Делились опытом и демонстрировали свое мастерство не только врачи областной клинической больницы, но и почетный гость конференции, один из лучших хирургов Великобритании Джим Хан. Ведущие российские медики, в том числе и главный врач областной клинической больницы Дмитрий Хубезов, не раз посещали Англию. В частности, клинику Портсмута, где перенимали опыт коллег по проведению лапароскопических операций. Теперь же одного из лучших хирургов мира пригласили к нам для обмена опытом. Джим Хан в клинике Портсмута ежедневно проводит порядка 3-5 операций на толстой и прямой кишке. Как и большинство врачей современной Англии, он является узким специалистом, занимающимся исключительно колоректальным раком. Так что ему есть чем поделиться с российскими коллегами. В нашей клинике, если сравнивать с другими европейскими центрами, наилучшим образом построен процесс обучения технике лапароскопических колоректальных операций. И мой приезд сюда поможет врачам получить опыт по проведению сложных операций достаточно простым способом. Моя главная задача – показать, каким образом командный подход в лечении данного заболевания может улучшить результаты лечения больных с колоректальным раком. К моменту проведения операции Джим познакомился с хирургической командой, с которой ему предстояло работать, и отметил их высокий профессиональный уровень. Команда подготовлена, мне будет очень приятно работать с этими специалистами. Радует и техническое оснащение больницы. Во время операции я буду чувствовать себя как дома. Джим Хан провел лапароскопическую резекцию прямой кишки у 43-летнего рязанца. Все свои действия хирург сопровождал подробными объяснениями, а за ходом операции участники конференции следили из конференц-зала, куда напрямую транслировалось видео из операционных блоков. Еще одного больного с раком кишечника прооперировала бригада рязанских хирургов во главе с главным врачом Дмитрием Хубезовым. Они проводили операцию с помощью 3-миллиметровых инструментов. Этой техникой в нашей стране владеют единицы. Хирургия очень сложная. Это живая хирургия, и она непредсказуема. В этом ее и прелесть, поэтому она и так максимально привлекает участников. Вы видите полный зал, потому что легко смонтировать любой фильм красиво из любой операции, показать, но вживую увидеть, иметь возможность задать вопрос оператору, как он получает какие-то осложнения интраоперационные, они, безусловно, бывают очень часто, и как он может с ними бороться, ликвидировать эти осложнения, выходить из тех или иных сложных ситуаций, видит весь зал, и это действительно не так просто. В среднем подобная операция длится порядка 3-4 часов. И в случае удачного завершения на восстановление и возвращение к нормальной жизнедеятельности пациенту требуется всего 6-8 дней. Ну а когда оперативное вмешательство проводит светило с мировым именем, в результате сомневаться не приходится. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».